собрано. Пойдем со мной, я тебе покажу край света. Вот она, родима! Вот тут мухи! Выживание в деревне, день первый. Я не знаю, как мы здесь хотя бы неделю проживем, это вообще отстой. Это, по-моему, в деревне курочкам дают, да, покушать? Короче, шашлычки и банька, как все положено, на Руси все сделали. Мы, зажравшиеся блогеры, которые выбирают там еду, выкидывают половину абсолютно. Не думают, что есть такая реальная жизнь. Лучше обязательно подойти и спросить, Нави. Я кричу, вы нам не дадите? Спасибо большое! Я вот сейчас впервые за, наверное, полгода ощутила эмоции именно такого счастья. А у них сказка. Мам!